Всем привет, с вами Влад, со мной Кранит. Здрасте. 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 Сегодня мы идем в Outlast, в Trials, саботировать карантин, собственно. Получать мне третий уровень, потому что у тебя он есть, а у меня нет. А почему у тебя, кстати, коронка рядом с никнеймом? Как это сделать? Или она у тебя сама появляется? Ну, потому что я в группе главный. А, это у хоста такая тема, я понял. Все верно. Я думал, ты уже там випы купил, донатил там где-то. Все да, понятно, да, да. Все понятно, я тебя понял, я тебя понимаю, да. Все это, я так и знал. Сейчас я буду ходить, выяснять, значит, такое, откуда там коронка, что еще ты там будешь хуйню исполнять, потом я буду за тебя отвечать еще. Так. Мама, не надо. Да. Значит, что тут? Во-первых, тот же мужик, судя по всему, да? Хотите стать лучше, должны выполнять свою работу. Я не могу просто объяснить вам, как стать другим человеком. Вы должны принять вызов. Вы должны впустить испытания в себя. Это он о чем? Что в себя надо там сувать? Испытания? Всувать себя? Ну, я так понял, нам на каждой заставке показывают вот этого чувака. Стукача вот этого, но миссия. Но миссия немножко другая, да? А, опять ключи искать, серьезно? Сейчас узнаем. Ну прикольно было, кстати, с этими ключами. Задание рил было как короткое, просто три ключа найти и чуваков замолоть, и все. В прошлой серии. Да. Неплохо было, кстати. И всех корешей собрать вот этих бикопосом. Елдой между саботировать ног. Карантин участок. Окей, погнали. Ой, музыка из Outlast, прям смотри. Мы во что, кстати, играем? В Outlast? Точно, Trials называется. Все верно. Это что такое? Шприц это нашел? Я нашел шприц, да. Ты нашел шприц изначально, сразу, ого. Это мощно. Так, собрано плакатов. Кстати, я 4 плаката тогда смог собрать. Прикинь, одного не хватило. А я один там нашел. И не собрал. Потом. Нет, но я собрал. Ну как можно? Вот я первый уже нашел. Представляешь, вот глаз-алмаз. А я канистру нашел. Ладно, ты тоже неплох. Так, а это что такое? Смотри, голова у него в этих, на бильярдном столе, в кандалах в этих, офигеть. Погнали. Дихлофосная штучка вот лежит. Мало ли приедет паренек. Так, а куда бензин? Подлей вон в этот, в капот. Можешь бахнет. Мы еще, походу, что-то заправлять будем. Генераторы, что тут еще заправлять? Опять бегать с этим дебилом в фуражке и заправлять генераторы. Даже думаю, здесь их и делать надо. Идем. Пробьем тут, наверное. Так, тут мужик живой. Или не живой. Но он поворачивается. Отмычки нету, да? Ты понял, да? Да. О, там откуда мы пришли, уже тело идет одно. Причем нравов, полицейский нравов идет. А, это тот самый? Да-да-да, тот самый, который, кстати, достаточно редко встречался нам в прошлой миссии. Ой, я мужика с котлетой нашел. Это не мужик с котлетой, это полицейский нравов. Не-не-не, это уже мужик с котлетой. Да. Уй-уй-уй. Вот он уже и меня жарит. А кто мужик с котлетой? Это кто? С котлетой между ног? А это тот, он здесь? Да, все верно. Вот этот большой хер тут? Да-да-да. Огромный. В этой миссии, прям здесь, вот в этих зеленых проходах, ничего себе. Мы же от него с ума сойдем сейчас. Доса, что ты делаешь? Просто они все у меня тут. Я вот какую-то нашел канистру тоже рядышком со мной. А может это я ее кинул? От страха? Вполне возможно. А куда заправлять, не нашел? Тут какая-то лестница. А, понятно. Пока нет, слушай. Ёбаный свет. Он пришел. Тут огромный дядька пришел, слышишь, что делать? Что мне делать, Кроня, что делать, куда идти? Ты где? Ты где? Лично ты где? Я где-то существую где-то.
Блять, это обезьяна там ходит. Что мне делать с ним? А что мне делать с этим горцем, а? Я в толчке спрятался, я не знаю. Блять, он меня увидел. Это хорошая новость? Плохая. Хуёвая, брат. Сколько? По 10-бальной шкале? Не знаю. А еще стамина кончилась. Что тоже заебись. Короче, шпингалет. Первые 10 минут, что мы делаем, это просто убегаем ото всех. Я нашел, куда заправить хуйню. Да ладно. Да, генераторы в другой комнате. Дай метку. Бля, ну если это оно, сейчас я убежусь, чтоб ты зря не шел. Походу нет. Походу не оно. Пока почиль. У меня такая тишина тут. Гробовая прям нах. Ой-ой-ой-ой. Только не ко мне пока, подожди. Я с канистрой просто ищу генератор. Ля, кто-то идет. Ля, кто-то идет. Ля, это тот еблан. Тот самый? Да-да-да, тот трехметровый дядька. С котлетой между ног. Ого. Моя способность использовал. Ты меня увидел? Там же написано, врагов можешь видеть. Что такое? А, понял. Где генераторы, блять? Что тут заправлять-то надо? Канистра для чего? Может, машину какую-то? Забензинить? Ты двигаешь ко мне? Чё за метка? Нахуй она нужна? Я хотел этого пометить. Да я вижу его. Я же и говорю, что он там топчется. Коптит воздух. Твою мать. Что делать? А у тебя канистра, да? Да, слушай. Это он, да? Нет. К тебе приехал. Нет? Не знаю. Умерла меня отмычка лежит, но ты далеко, да? Нет. Вдруг она нам понадобится? За ты? Да. Отмычку бери. Вот отмычку бери. Я не знаю. Бенз у меня. Я думал, вот эта бочка генератор, но нихуя. Чё, приехал кто-то? Там короче, чел, да. тут еще вот секторы есть. Пойдем сюда посмотрим. Пойдем по секторам походим. Ну его нахер. Сектор Б закрыт. И чё это такое? Так. Там что-то открыл? Да. Что, большая идет? Батарейка. Идет кто-то? Ну, по-моему, да. Страшный кто-то? Там смелый. Там закрыта желтая дверь полностью? Да, да, да. Попробую. Большая батарейка. Ты можешь нас отхилить? Да. Иди ко мне. Блять. Давай я его отвлеку на себя, ага. Там дихлофос приехал. Я канистру выкинул, блять. Бля, дихлофос пришел ко мне! Ну дурак ты ебаный, ну вот надо оно тебе было. Так, я крайне быстро где-то выкинул этот. Канистру. Да, пожалуйста, где-то здесь.
Ты где? Ты с хилом или ты без хила? Скажи мне, пожалуйста. Да, да, все, все есть. Доберитесь до выхода. Где находится выход? У нас даже миссия не то, что канистра, у нас выход какой-то найти. Ну, походу, чтобы как-то выйти, надо что-то заправить. Что там у тебя творится? Да ничего, как обычно. Иди сюда, проход откроем. А где ты? Я здесь. Там двойной. Может, что-то будет нормальное, пойдем. На тебя там немец этот ругается, да? Угу. Так, давай, сейчас пробегу. Давай, давай, жду тебя. Бля, там чел идет ко мне. Плакат схватил. Молодец. Won't catch me sleeping. Так, он пошел. Давай, давай, давай. Закрывай дверь нахуй. И все, выбиваем. Давай, давай. Давай, давай. Ну! Пошел нахуй, дед. Там лет. Так. Уябываем. А, не знаю, короче. Так. Так. Тебе батарейка нужна? Не да. Знаю, я съебался от него в шкаф. Понял. Если что. Я где-то там канистру выкинул, и я не понял, где, Кронь. Я вообще не понял, где. Она где-то там, где мы дверь вышибали с тобой, по-моему. Да, я ее выкинул, и мы вышибли дверь. Он тут около меня сейчас, короче, здесь. Мозги ебет. Я взял. Я его заметил, наметил, метку на него поставил. А, он на мне. Тихо-тихо. А, тихо-тихо-тихо, Владосик. А это ты был, блядь? Ой-ой-ой. Закрывай. Откройся, пожалуйста. Закрывай вторую, закрывай дверь. Пошли и эту там закрывай за собой, давай, блядь. Давай. Отхилишь? Давай, нас? Давай, ко мне. Быстрее, 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 шпингалеть, давай. Бежим. Закрывай. Так, давай разделимся немного. Блядь, тут еще один хуй. Бля, он увидел, где я. Нет? Серьезно, тупень? Не увидел? Не увидел? Я прям перед ним почти закрыл эту дверь. Жесть какая, а? Что-то карантин саботируется очень долго. Угу. Я так понимаю, ты уже отхил, наверное, там нашел. Он там. Он там. Он там, точнее, вот он. Владос. Я не понял. Стоит. Я понял. А, блядь. Дебилоид ебаный, закрой дверь. Что делать-то с канистрой? Я не знаю, что с ней делать, но она вообще какая-то это. Ой-ой-ой, понятно. Отъебись-ка, приятель. Возьми. Кто там? Там шприц. Возьмешь? Нет, я не взял, я диклофос взял. У меня только что было плохо все с этой херней. Ну ты понял. А, ну возьми этот шприц. Понял. Возьми шприц на всякий случай, если вдруг поднять надо будет.
Так. Ты где? Здесь, недалеко. Давай попробуем. Иди сюда. А, работает? Да. Ой, он сюда прибежал на этот звук, да? О, там другой челик. Нормально, Ладос, ты хилишь. Да. А чё, нормально отхилилось или плохо? Да, да. Меня полностью отхилило. Ты канистру взял, да? Блядь, они везде, ёбаный ротик. Да, да, да. Сука. Блять, ну ходим на месте. Куда ее девать-то нахуй? Я тоже не пойму. Короче, ее надо выбросить где-то и искать куда-нибудь. Да, где мы запомним. Бля, ко мне это верзила приехала, так. Капец. Ой. Это пиздец полный. Как так? Как это работает? Как это, блядь, работает? Ау. Уебло коровье, быстрее беги! Так. Под конец, мне кажется, эти двери поломаются от наших открываний и закрываний. Я не понимаю, что с канистрой делать, ебать. Стоит человек себе, ждет нас. Чё? Удерживайте, чтобы поднять, Кроня! Не-не, это по кругу опять будем ходить. Я поднимал уже. Да? Угу. Проверял? Угу. Вот тут какой-то вход. Слушай, а я, пожалуй... О, ну-ка иди-ка сюда. Бля, опять поднимать. Иду. Чё там? Чё-то здесь? Ну, походу, да. Только что тут делать? Так мы же отсюда вышли. Да? Да, конечно. Это шаттлы наши. Мы отсюда вышли, да? Конечно. А как мы заходили? А, точно, в натуре, смотри-ка. Ё-моё. Мы отсюда вышли, я еще ты еще шприц разбил, я говорю, о, мы в Outlast играем, что ли? Я понял. Нормально. А я уж обрадовался. Я уже думал заканчивать серию. Ага. Все только начинается, судя по всему. Ты расслабься, да. Ты расслабься, все только началось. Плакат. Плакат в темноте хорошо подсвечивается, надо это иногда посматривать в темноту. Так, ну здесь это хуило огромное. Вон он, да. Да, она там стоит. Это хуйня. Понятно. Капец. В ошейнике как сраная псина. Да ты похож на него. Во, этот дурак идет, видишь его в сетку? Дихлофосик. Я вообще просто рядом сижу. Я вижу, но у тебя же сетка есть в шкафу? Я не в шкафу сижу, я на улице сижу. О, он меня заметил, представляешь?
О. Ты бензин выкинул? Вот издик. Да, он там остался. Пиздец. Если не в генератор, мне кажется, значит надо в какую-то тачку заправить его. Я, у меня другого нет варианта. Ну вот я тоже стал думать про какую-нибудь тачку уже. Генератора нет, мы же там все обошли. Вот там второй донойер ходит. Лодос. Ой-ой-ой. Твою мать. Заблокировано. Быстрее двигай ебалом своим ляхами, своими тупыми коровьями. Плакат Кроня. Четвертый. Какие мы молодцы. Хорош. Все ищем, только не знаем, куда бенз применить. Но ты посмотри, а. Как сквозь землю провалились эти места, в которые применять надо бенз. Почему когда бенз подбираешь, не показывает, куда его использовать? Согласен. С генераторами это было показано и очень хорошо, кстати. Угу. Первый раз, когда играли. Сейчас какая-то херня непонятная. Блять. Ну я опять плакатов собрал. О, хорош. А я какие-то новости собрал. Куда бензин, блядь? Ходишь ну такой? О, вы там двое? Ого. Нас двое, я один здесь. Нет, нет. Этих дурачков. Вот они из какого-то интересного места вышли. Да? Угу. Какие они молодцы. Куда бенз-то заливать? Может, они подскажут нам? Так, здесь блокируется, а как попасть на ту сторону? Ебать, копать. Ни генератора, ни машины какой-то адекватной, куда можно залиться. Нифига нет. Чё за нахуй? А, ебать. И все же будет гениально просто, блядь. По итогу. Вот стоит какая-то тачка, она похожа на нормальную. Может сюда? Нет. Она ненормальная. Куда заливать? Бля. Не, ну это уже пиздец, уже не смешно даже. Да. Согласен. Так. Просто ничего нет и все. Как ничего нету? Полицейский с Рублевки он есть. Ну ладно. Но генераторов-то никаких. Тебе мало его? И откуда они вышли-то? Там такое место было. Я уже вот внимательно хожу. В оба глаза и нихера. Некуда заливать. По-моему, дебил приехал опять за дихлофосом. Ох, ебать, его рот. Блять, да что же за ебаная косорукая хуйня, блять. Где этот, куда заливать этот бензин, я не пойму. Ну что за тупорылые, блять, дебилы нахуй создавали это говно.
Так надо к тебе прийти. За мной ты делаешь. Чисто го... ты ходишь за мной, вот и все. Я бензин потерял. За мной ты погнался с этим большим хером. От меня убегал. Куда его заправлять? Не понимаю вообще, блять. Не приложу ума. Где его посеял этот канистру? Да, подписчики нам подскажут. Куда я канистру эту поебал? Где-то здесь, блять. Когда бегал. А, вижу ее все. Там этот ублюдок ходит. А чё, стоять возле канистры, это под, как, это так надо? Это по КД, блять, у тебя что ли? Пошел ты нахуй отсюда, парень. Я его отвлекаю. Молодец. Куда заправлять? Я вообще в шоке. Я хожу в охуении уже, в пятый круг здесь. Я не могу понять, куда заливать это дерьмо. На картах нихера нет. Пиздец. Бля, это каратист меня заебал, реально тебе говорю. Вот я сейчас тебе отвечаю со всей ответственностью, блядь. Он меня заебал просто. Бло, блядь, бегай за мной. Да, вот, да, вот оно, блядь. Не, ну я серьезно, я не знаю, короче, куда заливать бенз. Вот ты. Я не просто. Вот все. Вот у меня нет догадок вообще. Это просто пиздец. И смешно, и пиздец одновременно. Эта лошадь ходит. Вот эту дверь как открыть, кронь? Ты где вообще находишься сам? Сейчас. Я тут. Медаль. Тут есть дверь одна с перекладиной, блядь, ебаной. Как ее открыть? Заблокировано, мне тоже пишет. Ну вот как ее, как в туда попасть, на ту сторону? Мне кажется, она и ключ ко всей хуйне. Может, вот этот? По стеклам ключ. Идти, по стеклам идти по этим, я понял. По-любому. Забайтить пацанов этих, да? Ну да, мы тут не были, конечно. Скорее всего, так и есть. О, бля, конечно. Началось. Просто охуебония полная. Еще и много ее. Бэйби. И канистры моей, конечно же, нет, как всегда, блядь, на месте. О, блядь. Ебло ты, блядь. Конопатая, блядь. Возьми, пожалуйста, эту хуйню. Не надо. Ладон хотел. Так, ну он за тобой пошел, а я пока поищу, что тут. Так. Давай, Ладос, убегай. Ага. Да, ты пока там это. Так, окей, я по кругу доебнул. Вот эту возьми. Ора-ра-я-я. Да нет, блядь, серьезно что-то? Блядь, и второй появился, и третий появился. Там дихлофос приехал. А, спасибо, блядь, кранит. А, это ты был? Да, спасибо, что закрыл, молодец. Так, я шпингалет туда поставил. И опять мы здесь, где не пройти, короче, не проехать. Короче, нам надо туда. Там какая-то дверь, там надо двойное там, усилие. Там какая-то дверь. Иди сюда ко мне быстрее, в туалет в этот, потом с него выйдем. С другой стороны бы обошел. Пусть они все пройдут, и мы пойдем в ту дверь. Все, согласен. Тактика уже пошла какая-то. Да, потому что непонятно, что делать. Hello, sir, hello. Here you are. Can't remember anything. Вот этот хуй у него огромный. Жесть. Посмотри, он прям здесь, короче, с хуем, смотри. Где? Он туда пошел, направо. Снятина, говорит. Слушай, направо. Так, все, идем.
Банки только, блять. Все равно все банки собрали, блять. Ладно, беги. Блять, этот бензин его, блять, несешь, он тяжелый, пиздец. Угу. Вот она, дверь. Я спрятался куда-то и выкинул бензин рядом с бочкой. Дверь. А, двойная дверь. Сейчас туда пойдем. Все, я тебя понял. Глаз алмаз. Так, бери быстрее, блядь, бензин. Какой бензин не нужен будет в конце? Я буду охуевать. И ты тоже будешь, я знаю. Пойдем на место, где ты поставил. Го. Выбивать. А, вот, ты с другой стороны. Пожалуйста, спрячься нахуй. Эй, шаг. Он за мной побежал. Ты его видел? Меня видел, что я творил сейчас? Да. Давай это, как-нибудь ко мне попадай. А, нет. Смысла нет попадать, мы просто ж выбьем эту дверь. Угу. Это ж просто сокращенный путь. Хотя давай выбьем, пусть будет, что. Лишний-то не будет, правильно? Просто куда ты не бежишь, везде они. Ты сможешь меня отхилить сейчас? Сможешь, подходи. А, это не ты был, ёб твою мать, я отхилил его! Серьезно? Да. Ой, Владу. Все понятно, вот ты за кого играешь. Оставь меня в покое. Ты сам первый нападаешь. Какой тебе, блядь, покой, тварь? Тебе, блядь, в могиле лежать, чё пинать надо постоянно, чтобы тебе покоя там не было, тварь ёбаная. Да что это такое? Почему вы везде просто? Абсолютно везде. Сука. Ты видел, да? Я на это смотрю сейчас. Ой, бля. Да как ты меня нашел? Ты чё, шоколадных батончиков пережрал, что ли? Да, тяжеловато. Что делать будем? Без понятия. Генератора просто нет. Если честно, я и не помню, где бензин. Ты помнишь? Да. Ты-то, блядь, зачем? Блядь, еще и этот дебил приехал. Я понял. Ебать. Удачи. Дебил, блядь. Сектор А, сектор С. Чего они делают, эти секторы? Нет, даже не думай. Ой, блядь. Ну, он шестой плакат уже сорвал. Кстати, я тоже что-то там... Уже перевыполнять план, блядь, стал.
Чего? Чего-чего? А, пришел полицейский нравов. Ебать. Какого, блядь, выхода, где он находится, я не понимаю. Доберитесь до выхода. Ты далеко? Ты где? Не знаю. А, вон ты. Сейчас приду. Как бы я до выхода добрался? Что надо? Escape нажать и выход из игры? Я как бы на выходе. Один? Конечно. Что я метку поставил? Я вдруг там стоял, кто-то бегает. Но если ты не приведешь никого? А, там полицейский нравов. Так, и где выход? А вон, вверх подними, прочитай. Кстати, ну-ка, ломимся. Да там здесь хуй бегает. Давай попробуем выломать. Он же нас не тронет, если мы возьмемся за руки. Надо этого увести. И меня отхилить, если есть возможность. Ой, блять, она-то есть, только вот он не даст. Right. Да, стой тут, Кроня. Нет, наверх, вот сюда, вот сюда. Ага. Отхилилось что-то там, нет? Нет, нет, нет. Блять. Охуеть, охуеть. Фу, блять, его пенис через мою камеру пролез, прикинь только что. Ну так это вкуснятина. Какая вкуснятина, я это видел этими глазами, мне было невкусно. Пойдем сюда. Метку ставь, я потерялся. Все, я поставил метку. Давай, хуя, выламывай время. И что? Не знаю, я бензин взял. Нет, это... И седьмой плакат даже сорвал. Чувак, что делать? Скажи мне, ты же там врач, ну... А я что-то нашел, походу. Я нашел. Что ты нашел? Выход? Да. Он куда заходить надо? Он был скрыт, этот выход, или что? Да. Тихо, Владос. Пидор. Что, вдвоем надо залазить? Нет, надо канистру это заливать. Канистру подхватил ты, взял ее? Да. Убегай с ним. С двумя ими убегай. Так, меня надолго не хватит, я сразу тебе говорю. Давай, у тебя хилки есть. Нет, уже нету. Мне напиздячили нормально. Блять, Владос. Живи. Я ушел. Я попробую. Бля! So good, иди нахуй. Но мне пизда, если что, имею в виду. Не стоит. Нет, я упал. Не стоит. Все, пытайся открывать двери быстрее там. Все, он меня насмерть уебал.
Родился грешником, грешником и сдохнешь, он мне сказал. Да конечно, когда за тобой, блядь, 15 человек бегают, блядь, а ты с одним отхилом, который хилит на одну единичку тебе. Но я за тобой наблюдаю. Ты ж меня слышишь? Да, я тебя слышу. Удачи. Блять, а тут все закрыто? Это та дверь, наверное, на которую мы попасть не могли. Кстати, да. Ох, хорош, ох, хорош. Давай, 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 давай. Удивляешься, смешной такой. Как кусок говна. Как ты в прошлой катке тоже. Так, ты где? Да. Здесь. Давай, не отходи далеко, на. Нормалёк? Отхилился? На, об голову, да-да-да. Так, выход. Давай, искать выход. Вон он, там же метка стоит, которую ты нашел, так ведь? Наверное. Нам туда, значит? Значит, мы летим? Летим, наверное. Летим, брат. Блять, закрыто. Но мы подвигаемся правильно вроде. Ты за мной же бежишь, правильно? Сука, стамина. Да, я с тобой. Стамина джок. А чё тут ехид подсвечивается, это не он? Вот-вот-вот, ну, по-моему. Нет? Да? Он? Во-во-вот. Ого, да-да-да, смотри. Все, полиция спасла нас. Напоминает первый Outlast, когда это. Ты ага, выходишь как, и тебя. Когда Валеридер за тобой бежал, да? Да-да-да. Ой, шаттл ебаный. Давай, чмо. Давай, давай. Так, бензин-то нужен был или нет? Ты его заливал в эту хуйню, да, чтобы выход открылся, да? Да? А мы генератор искали. А мы с тобой искали генератор минут 40, да? Но он заливается в этот, как 40 вот, минут, нихуя, смотри, как я угадал. Как, короче, в первой части он заливается, ты чинишь провода. Помнишь? И что значит D? Что значит А? D это значит лучше или А это лучше? Я не пойму. Как оценки идут? Вот мы играли с тобой в игру в одну там интересную. Там S она означала самый супер. Короче, неважно, главное мы прошли с тобой. В любом случае был охуенный тимплей. Все, я третий левел апнул. Ура! Можно билетик получить. Хорошо. Я четвертый, дали два билетика. Ты что, без меня играл? Нет. А как у тебя четвертый? Ну, не знаю. Ты что, охуел? Пошли. А я же тогда первый раз этот тогда, помнишь? А, у тебя была попытка. Тост, я прошел, да, тогда. У меня... я обосрался на видосе, да, помню, да. Да, я помню, это вкуснятельно. Ну, будем, значит, еще отбивать потом с тобой. Мои уровни. Ты же мне будешь помогать? Да, естественно. Что происходит? А, мы выиграли. Слушай, ну... По сути, все было очень просто, да? Найти эту хуйню надо было просто. А что там вообще было? Там какая-то стена была, ты в нее вошел или что? Порвал стену какую-то? Что там было-то? Да я даже не помню, если честно. Как-то просто забежал куда-то, и она нашлась. Пиздец. Так, Эмили Барлоу. Рецепты повышают ваши физические и умственные способности. Химическая терапия Мёрков является терминальной. Это означает, что после покупки препарат действует вечно. Да ты что? Так. И что я могу усилить? А, тут тоже за билетики, да? Вы можете пинать врагов, чтобы помешать им казнить ваших друзей. А ты у нее что-нибудь покупал уже до этого? Или ты пока у мужика только усилялся? Слушай, я купил такого мужика, какую-то способность. У меня сейчас 3 билета, и можно что-то как-то улучшить. Вы можете использовать бутылку или кирпич из своего инвентаря, чтобы быстро вырваться из рук нападающего. Нифига себе. Вы можете пинать врагов, схвативших ваших друзей. Вы можете пинать врагов, схвативших ваших друзей, прикинь. А у тебя что вообще за способность? Моя способность регенерация. Ты мышь, я ж тебя хилял. Регенерация. У меня такие же навыки. А тут вот есть. Нет, у тебя такие же навыки в целом, братан.
Они по дефолту такие же. Там только перки у того мужика. Отдельно. Конечно. Смотри, небольшое так, количество здоровья. Перки же можно улучшать, нет? Нет, ты можешь и перки за билеты улучшать, и вот эти навыки. Навыки и перки разные вещи, но усиляются за билеты. Понял. Так что лучше, небольшое количество здоровья восстанавливается после небольшой задержки купить, или можно сделать этот, вы можете пинать врагов, схвативших друзей, что лучше взять? Я не знаю. Короче, давай возьмем регенерацию, чтобы отхил все-таки добавлялся. Я не знаю, что ты возьмешь, но я взял регенерацию у нее. Угу. Для начала. Смотрю, что будет, если улучшать способность. Для начала, пока у нее. Ух, ребята, ну это была жесткая херня. Не знаю, как я даже буду нарезать эту серию, но посмотрим. Ну, у него. Да, в X2 просто ее запускай и все. Со смешным звуком как раз-то. А, с печем, да? Да, вот это. С бурундучи. Ну, короче, я не знаю, мне надо 4-й левел тоже поднимать, чтобы получать больше этих билетов. Пока что это все, друзья. Мы, получается, прошли весь этот спиннинг, как я понимаю. Будьте здоровы. Поэтому всем спасибо за просмотр. Мы увидимся в новых сериях, я надеюсь, и будем продолжать все это дело делать. Да, Кронь? Да, всем удачи. И пока.